Накануне сотрудники Ангарского отдела наркоконтроля задержали группу лиц, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков. Во главе банды стояла 41-летняя предпринимательница, которая несколько лет поставляла в наш город героин. За сбыт отвечала молодая семейная пара, оба являются наркозависимыми. У всех троих на иждивении есть несовершеннолетние дети. По результатам проведенных мероприятий в отношении двух сбытчиков были проведены проверочные закупки, возбуждены уголовные дела. Позже, после их задержания, была задержана поставщица наркотического средства. Следственную работу по деятельности группы правоохранительные органы начали еще в сентябре. Задержать торговцев с поличным сотрудникам удалось лишь спустя месяц.